вот так вот примерно. Тут новый сигнал у меня. Какой он новый? Вот, посмотрим сейчас, что там есть. Если что, вот этот участочек, если что, я весь простреляю, так как дождь вчера был, хороший пролил. И опять все по-старому копаю. На старое место прихожу. Вот тут все перекопано у меня. В общем, я рою там, где у меня рельсу подрезали, идиоты. Какая-то разява рельсу у меня украла. Я тут семечки лузгаю. А вот пришел дружище у меня какой-то. Схватил шкарлупки и попер куда-то по своим делам. Все, перевернулся, авария. Ну не отпускает. Вот настырный. Поехали, поехали. А то сейчас отберу. Что тебе, помочь? Все, помер. Все, это не он. Нет, он. Ну давай, давай, тащи. Не хочет. Все, околел. Ладно, пойду копать. Какую-то херню мантию выкопал опять он. Она мне не поддается. Это не то швеллерочек маленький. Не то черт-то знает, что. Не шевелится. О, мокруша еще шлепнулась. А еще вот кровососы тут мне караул достали они меня. Вот он сидит, пьет кровь мою. Меня сегодня и так мошки съели, в кровь избили. Не помогает мое чудо-средство от мошек, от этих, которые с травы летят. От комаров и оводов помогает, а это нет. Вот такая здесь засада оказалась. Это уголок. 50-й. Все, он не шевелится. Приварена как рамка какая-то. Он вот так вот идет. В общем, вот. Здесь еще какой-то. Это винт. Такие винты раньше в столбы вкручивали. Хороший такой винтик. И иногда под землю еще уходит. Вот что делать? Не знаю. Сейчас попробую отломать вот эту вот. Вот эту отломаю. И попробую уголок выкорчевать. Ну а этот пусть там остается, если что. Погнали. Вот сюда вот ломом бью, а она трескается. Тут осталась херня. Может быть, что-нибудь получится. Я ж сварщик, всю жизнь сварил. Сломать можно с подручными средствами. Сломал я ее. Прошло времечки, не знаю сколько. Ну, минут 15 я с ней удохался. Я ее сломал. Сейчас буду пробовать поднимать вверх. Если получится. Ну-ка. А что не получится, сколь подниму? Сейчас двумя руками, ломиком. Может быть, что-нибудь у меня и срастется. Поехали. Ну вот, ребята, я все рою и рою крот своего рода. Вот такую яму выдолбил, тут больше полметра. Больше полметра. Что я с нее нарыл, смотрите. Два каких-то патрубка небольших. Ведро. Вот это ведро было. Оно сгнило. Вот душка. Вот петля. Это душка была. Вот такую вот хащину выкопал. От высоковольтного столба. Или что это? Что-то похоже что-то. И вот такую вот. Это колосник, ребята. Чугуняк. С кочегарки. И вот такую балду. Что это такое, еще ничего не понял. Да и не надо понимать.
она все равно металлолом пойдет. Вот такой вот хорошенький, как он, забыл как звать. Фу, ёпта. Ну да ладно, бог с ним. Ну там еще полмешка у меня есть всякой всячины. По мелочам килограмм на 15, может быть, чуть больше, меньше, не знаю. Ну вот так вот. Вот такая канавище. Сейчас еще проверю, что-нибудь там есть, нету. Шлопатчонку уберем. Ну-ка, агрегатушка, иди сюда. Моего рытья хватит, пойди уже. Солнышко уже заходится. Я на одном и том же месте. Я никуда далеко не хожу. Дождь прошел, я прихожу. И по старым местам все перекапываю. Вот мои копки. Это все тут. И в кустах все ископано. Вот такие пироги у нас. Ну вот и сигнал появился, который хорошо нам показывал. Крышка и банка. Это что тут? Пиво столичное. Нифига себе, что-то такого не помню вообще. Я поди такого и не пил. Ну да и ладно. Продолжаем, ребят. Ну мне как всегда везет. Дело к вечеру. Погода стрёмная. Вон вышка у нас торчит. Там трасса. А я тут ну, кусок арматуры думаю. Ну, что, сейчас я его быстренько раз и все. Вот я здесь уже больше часа, наверное, долблюсь. Какой-то или кровать, или черт-те что. Короче, там квадрат идет. Этот квадрат... И здесь завернули в узел какой-то. Далее все вроде отвязанное, ничего не шевелится. О, ломиком шевелю, непонятная судьба. Помощники все пропали, то спина, то некогда, то за ягодами всем надо, мне тоже надо. Оставляю я эту канитель в ночь. Пусть она стоит здесь. Может, кто-нибудь и вытащит. Как рельсы нам, что, делов-то. Ладно, буду снаряжаться до хаты. Ну вот, ребята, демократы, закончилась моя эпопея. Вот с этой загибулиной. Что это было? Так, я ничего не понял. Не то кровать, не то кресло. Ну вот такое вот изобразительное искусство. Вот такая ямка от нее получилась. Ну я ее сделал. Не знаю, сколько времени ушло. Ну, 3 дня я ее копал, короче. Так, покопаю, копаю, надоест. Я ушел. Ага, потом вспомню про нее. Пойду-ка посмотрю. Вот вчера дождик пролил, а сегодня пришел, а она половина еще больше качается. Я минут 20 на 30 порыл, и вот он результат. Сколь весу в ней, черт ее знает. О, килограмм. 9-10 точно есть. Вот такие пироги. Улетел. А мы тут опять продолжение следует у нас. Вот так накопал немножечко. Минут за 30, наверное. Вот чушечка мне понравилась. Хорошая прям. Ядреная такая. Чугуняка. Ну, продолжаем.